Ребята, всем привет, с вами Александр. Сегодня я собрал такую в кучку. У нас будет три эпических башни, которые сейчас вы должны видеть на экране. Начну я с атаки брахиозавра. В общем-то, погнали. Итак, между нами наградой стоит одна преградка. Это брахиозавр, он 30-го левела. Это эпический динозавр, да, у него и высокий уровень здоровья, естественно. Но вообще-то брахиозавр штука жестокая, смотрите. У него есть замедление противника на 33%. У него есть опережающий щит на 50 на один ход и минус 50 скорости цели. То есть, как бы, это он однозначно будет его сразу использовать. Кого бы вы ни взяли, то есть, если существо не имеет иммунитета, то оно будет уязвимо. Здесь, по идее, ну, хорошо бы зашел кто? Существо с иммунитетом и которое пробивает щиты, кстати. Давайте вот сейчас глянем еще на кого. Ну вот здесь есть у меня вот этот парнишка, но сколько он сам выдержать может? 2900, ну два, один удар может выдержать там, наверное. Но он не будет замедлен. Не знаю, может его взять, что ли, вместо кого. Я хочу взять, не знаю, Рекса. Стоит брать Рекса? Рекс, Пекс, Фекс. Ну, он щит пробивает, но, опять же, ему удар понерфят очень сильно. Можно взять Рекса, можно взять вот этих вот ребят. Ну, давайте, вот как бы, вот вместо этого возьмем... Вот так вот попробуем. Ну, наваляет нам так, наваляет, как говорится. Не беда. Помчались. Так, а что они здесь вперемешку? Я не так выбирал. А, блин, а подождите, я ж... Блин, а не помещается у меня. Индоминуса брать нужно. Трикозаврика тоже брать нужно. У нас тоже есть опережающий удар. Ну, он неплохо посидит в защите. Ну, Рекс, двойной удар сквозь защиту. Ну, все-таки не. Рекс не. Мистер Рекс вот так возьмем. Начнем, может, с Димитродона. Первый удар. Ну, по логике у него будет щит плюс замедление. Блин, ну я два удара не выдержу, получается. Ну давайте вот так. А, подождите, я же два раза похожу. Он сейчас же сделает щит без замедления. Опережающим ударом, скорее всего. Нет, не сделал. Очень странно. Неплохо кританули. Просто двойной урон, но он нас не пробьет так. Блин, а крит. Это было неприкольно. Крит это не прикольно. Ну пока на нем нет щита, он типа нас заметил. 1200 на минуточку. Не знаю, может стоило невидимости сразу включить. Ну сейчас он промаш. Если не попадет, убьет. Ух, и щит не поставил. Вот это он лошара. Хотя у него опережающий этот удар есть. Ну, он же опережающий. Вот, нет. Мы два раза уклонились, это шедеврально. Да! Индоминус, красавчик. Это круто, в общем-то, ребятки. Ну, хотелось еще трикозавра выбрать. Хотелось, чтобы он дольше посопротивлялся. Ну. О, три косаря Мирагея нам насыпали, ребята. Ху-ху. Это было круто. И велоцираптора насыпали нам. Блин, за что люблю башню? Блин, жаль, профтыкал вчера редкую башню. Думал, успею сегодня. Короче, замотался, не успел по времени. Так, ну и эпический секантандозавр. Ну а дальше, ребятки, смотрим еще две башни.
и кем же мы можем пойти туда посражаться. Ну, однозначно стоит взять Индораптора, однозначно возьмем Трикозавра. И тут еще надо подумать, Ал Анкилозавра брать бессмысленно, у него щиты, они пробивают щиты. Тут дальше вот можно взять, вот думаю, кого бы его взять. Они, правда, больно бьют, надо, наверное, кого... Ну, хотя, смотрите, вот, мы более быстрые, смотрите, скорость 129, у них скорость меньше. То есть у них первый удар, короче, будет не смертельным. В принципе, тоже можно взять. Можно вот так вот пойти. Можно взять... не, ну, Раптора, в принципе, тоже с первого удара его не должны пробивать. Можно взять и вот этого вот парнишку. Ну, ладно, давайте вот так вот. В принципе, со Стиги можно попытаться начать. Все-таки у нас будет три существа. Точнее, три поражения, четыре существа, у него всего лишь два. Так, ну, берем Стиги. Допустим. Хотя можно было взять и нового гибрида. Так, ну щит это тут бесполезный, мы просто так бьем, это наш единственный удар. Паралич и подмена. Ах ты, не свершилось. Блин, да, вообще я про это не подумал. Он же подменится. Давай с тебя начнем. Мы более быстрые. Ну давай. Он сейчас будет себя усилять, естественно. У нас есть противоядие против этого. Но слабо. У него слабый удар. Упс, ситуация стала хуже, чем надо. Ладно. Потому что он опять еще подменится, правда? Так, ну это мы пробьем сейчас, я думаю. Ничего себе выжил. Фу, красавчик, уклонился. Так, сколько там осталось жизни у Иритатора? Довольно много. Давайте мы сделаем ему шлепок вот такой вот. И подменимся все-таки. Ну, просто для разнообразия. Я думаю, у нас все получится. О, да, с такой контратакой у нас должно все получиться. У нас же там было 90%, по-моему, да? Отвлечение на 90%. Ну и добивай его. Ну, довольно прикольный. Трикозавр молодец. И эпический инкубатор. И еще 12 тысяч. Это награда за каждый эпический инкубатор. Это радует. И насыпают тут тысячами обычные гены. Это хорошо, потому что как бы отлавливать обычных динозавров тысячами. Это дело неблагодарное. Да. И птеранодончик. Это круто. Так, есть у нас вот такая вот, по-моему, это у нас эпическая башенька. Да, дуэт амфибий. У нас Диплокаулис и Ихтиостега. Вот так вот, да? А, подожди, Кулазух. Кулазух и Диплокаулис Джен 2. В общем-то, у них что по ударам? Ну, снятие положительных эффектов с нас, нанесение снижения урона на полтора, на 50% и замедление.
есть. Также имеется, ну, в принципе, похожее. Так, ну, что-то я вот так вот выбрал походить. Кстати, а какая у них скорость? 125 и 125. Шустрые гады. Но у них же нету самих очищения. Давайте пойдем вот так вот схваткой. У них, конечно, много жизни. Я трикозавра здесь оставил, но он единственный, у кого... Ну, и раптор, естественно, не имеет иммунитета. Но раптор у меня нанесет, что, 1-2 удара и все. Хотя и даже индораптор же тоже помощнее будет. А, о, черт. А у них там... Не обратил внимания на то, что с подмена у них эта штука есть. Но очищения же у них нет. Очищения у них нет. Тогда мы делаем что? У него сейчас, он же сейчас сразу же будет меня снижать урон. Тогда давайте индоминус. Занедимся. Ах ты ж, я про это что-то подзабыл. Он же сейчас еще раз ходит. Вот это я зафейлил, короче, с индоминусом. Вот это я зафейлил, да. Давайте повторим еще разок такую штуку. Мог бы немножко и продержаться. Так, ну что, давай пока трикозавра. Блин, ну... У нас есть вот такая вот штука. Да мы его добьем тут. Как бы удар, контратака. И наш удар сейчас. Ну, обычный. Что-то я пропекал, почему походил он, а не я. Так, появился Кулазух. У меня есть опережающая вот эта штука. Ну, как-то это меня вообще не впечатлило. Но мы тут на контратаке сейчас немножко посидим. Очистить бы себя как-нибудь, да? Да никак, опять нам прилетела эта штука. Ну, будем сидеть на контратаке пока. Блин, он сейчас меня уже сильно проатакует. Ладно. Ну, такое давайте сделаем. Еще как бы на контратаке можно выехать, но уже пора подменяться. Щит, конечно, поставить. Блин, еще тоже можно высидеть. Блин, неплохо так сидит. Сидит, обороняется. Конечно, вот эта всякая тема неприкольная. Блин, ну, вот так вот можно реально отсиживаться. Опережающий ход, все дела. Так, ну, время подмениться, потому что следующий удар мы, наверное, бы и не выдержали. Так, ну тут как бы по барабану очищение и пробивание. Ну, неплохо, короче, трикозавр, да, так затащил. Если бы у него еще
была возможность как-то избавляться от отвлечения, было бы хорошо. Но бой прикольно прошел. Неплохо. Насыпают по-щедрому, ребята.